Общественники обеспокоены вопросом строительства ледовой арены в Ковыринском парке. О возведении в Вологде нового крытого катка на 1000 мест объявил на одном из выездов губернатор области Олег Кувшинников. Сегодня в администрации Вологды прошло обсуждение этого вопроса по инициативе ТОСов Ковырина и Гагаринский. Активисты задали все интересующие их вопросы и аргументированно высказали свою позицию. Первое. Фактически парк – единственное зеленое место в огромном западном районе города. Второе. Улица Гагарина и примыкающие к ней Щетинина, Южакова, Петина, Гончарна очень узкие и не имеют перспективы расширения из-за сложившейся застройки. Дополнительный трафик приведет к транспортному коллапсу. Мы провели опрос, соцопрос в социальных сетях, выяснили мнение людей, наших жителей города по этому поводу. Нужно сказать, что мнения разделились, то есть больше половины, естественно, была против строительства на территории парка ледовой арены. То есть мы никоим образом не против вообще строительства ледовой арены в городе как таковом, но только не на территории парка. Мы на встрече передали обращение мэру города Вологды от общественности, от ТОСов, от ТОСа Ковырина и Гагаринского на тему, чтобы наше мнение было учтено при вынесении решения, что мы считаем, что на территории Ковыринского парка не должно быть ледовой арены. В прошлом году в Ковыринском парке прошел капитальный ремонт по программе «Городская среда». Планом было предусмотрено обустройство большой парковой зоны, минимум асфальтовых дорожек, очистка двух прудов. Вологжане голосовали в первую очередь за сохранение зеленой зоны и на рейтинговом голосовании по новому проекту благоустройства. Что касается, конечно, ледовой арены, то я лично против, потому что на самом деле парк он должен быть единым и должен быть зеленый уголок в нашем микрорайоне. Это зона, где различные поколения занимаются физкультурой, спортом. Да, у нас построена была в прошлом году спортивная площадка, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Выгуливать своих домашних животных, молодые мамы гуляют с детьми. Еще один вопрос, который возник у общественников – транспортный. Строительство крытого катка на 1000 мест предполагает устройство широкой парковки. Большой поток машин может вызвать транспортные заторы. Выслушав жителей, представители городских властей пояснили, что рассматриваются разные варианты. Привязки проекта ледовой арены к конкретной территории в настоящее время нет. Рассматривали несколько вариантов. Ну, в том числе и по инициативе департамента спорта области называлась адрес Ковыринский парк, где вот возможно строительство ледовой арены. Но мы, в свою очередь, предлагали другие варианты около спорткомплекса Вологда, это где Чувакота. Первые два объекта в третьем южном районе, это граница Архангельская и Конева. Ну и рассматривается не только конкретно вот в соседстве со спортивными объектами, а и транспортная доступность, и обеспеченность спортивными сооружениями микрорайонов. Напомним, сейчас в финальной стадии строительства ФОКа по игровым видам спорта на территории стадиона «Витязь». Центр развития физической культуры планируют открыть в декабре. Также обсуждается вопрос о возведении на стадионе бассейна на 6 дорожек длиной 25 метров. Губернатор области Олег Кувшинников поручил подготовить документы на участие в соответствующей федеральной программе. Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологда РФ.